Сейчас я покажу вам, как делать процедуру капилляротерапии лица или бальзамотерапии лица дома, в домашних условиях, всего за 10-15 минут, как вы можете улучшить свой внешний вид, свою энергию, свое состояние кожи и свое здоровье. Я буду использовать бальзам премиум. Вы же в первый раз можете использовать вначале бальзам Алкион, потому что он менее активный, не такой как премиум, и подходит для более чувствительной, для более нежной кожи. И в том числе, если у вас организм еще недостаточно очищен, то вам этот бальзам подойдет больше, особенно если вы будете использовать его в смеси с гелем омолаживающим, с кедровой живицей. Итак, сначала я вот беру бальзам премиум, я его уже подогрела под струей горячей воды или на водяной бане, всего несколько минут, чтобы содержимое внутри баночки было горячим, теплым, приятным для кожи. Можно использовать охлажденным, если у вас нет времени. И вначале, прежде всего, я встряхиваю бальзам, вот, и наливаю его на ладошку. Наношу сначала на область груди, вот сюда, потому что нам необходимо раскрыть свое сердце, раскрыть поры сердечные. Очень полезно наносить на грудь, полезно наносить на железы, молочные железы, от мастопатии, от всяких воспалений, от всего этот бальзам. Конечно, если у вас есть больше времени, чем, допустим, 15 минут, вы можете начать наносить бальзам с животика, с нашего женского центра. Не забывайте, что когда вы это делаете все, то слегка подогревайте комнату, чтобы было тепло, потому что бальзам, поскольку он противовоспалительный, противоопухолевый, снимает воспаление, допустим, яичников, женских мочеполовых органов, мастопатии, поэтому у него более охлаждающее такое действие. И, соответственно, если вы натура, которая любит тепло, то вам необходимо подогреть комнату. Мы делаем от центра к периферии. Движение от двойного подбородка. Очень полезно для щитовидной железы. То есть, если у нас есть всякие маленькие узелочки, воспаления щитовидной железы, вот запах премиума просто поистине благоухающий, очень приятный запах эфирных масел, тех натуральных компонентов. На зону вокруг глаз он может попасть, он не должен попасть в глаза. Так что будьте очень внимательны. Вот, до высыхания кожи почти, не совсем до высыхания, можно похлопать. Это очень полезно для наших капиллярчиков, если у нас проблемы куперозного характера, звездочек на лице. Вот. И самое важное, что когда делаешь эту процедуру, возникает вот это чувство постоянной любви к себе. Сейчас я отлипаю, это полезно для того, чтобы поочистить поры. Особенно хорошо для тех, у кого жирная кожа, у кого склонность к акне, очень хорошо делать просто чисто бальзамом, то есть не использовать гель. Гель он нам необходим еще для увлажнения. Вот. Для тех, у кого кожа нормальная и суховатая. И что еще важно, это чтобы у вас не было высыпаний вроде аллергии. В этом случае лучше не использовать бальзам, ждать, пока высыпание не пройдет, или же воспользоваться другими препаратами. Например, у нас есть кедровый
бальзам, он регенерирует кожу. Очень хорошо при всякого вида раздражения его использовать. Когда трещинки возникают где-либо, то очень хорошо использовать именно бальзам кедровый. В довершение мы могли сделать как? Мы могли смешать бальзам премиум, мы могли полностью смешать с гелем с кедровой живицей либо в какой-то розеточке, либо в ручке и сразу наносить их вместе. Или же мы можем, вот как я сделала, сейчас я нанесла отдельно бальзам, в вашем случае Алкион, и потом я беру уже кедровый гель. Он дополняет свойства бальзама. И вот мы сейчас уже нанесли бальзам, и теперь помыли ручки, и возьмем маску Фидо Бальзам «Золотой горизонт», омолаживающая для лица. Она нам необходима для увлажнения, вот если вот через холодильник, у нее консистенция более густая, а если она у вас долго в холодильнике не лежала, как у меня, она более жидкая. Ее используют для увлажнения кожи, мы точно так же начинаем ей натирать грудь. На самом деле это такое прекрасное средство. У меня были как-то трещинки на губах непроходящие. И вот прям тяжело было очень. И я помню, я помазала вот этим золотым горизонтом, и у меня все трещинки пропали за полдня. То есть он очень такой регенерирующий. И в то же время очень питательный, питает кожу. И вот таким образом мы завершаем нашу процедуру. Мы можем либо немножко подождать, либо уже смыть все, что мы нанесли. Капилляротерапия лица, бальзамотерапия, нанесение бальзамов дают неподдельную глубокую любовь к себе, к своему существу, к своей энергии. Мы сами выбираем свою энергию через энергию нашей косметики. То есть выбираем энергию через препараты, которые мы наносим на себя. То есть косметика должна обладать теми же качествами, что присуще богине, женщине, жрице природы. Препараты должны быть полностью натуральными, природными, лесными. Я делаю эту процедуру каждый день или через день, потому что я хочу продлить молодость своей кожи, чтобы она мне никогда не старела. Если же вы уже находитесь в некотором уважительном возрасте, то наша задача будет в данном случае именно вернуть молодость кожи в то самое цветущее состояние, которым она была 20 лет назад. Умылись, наблюдаем уже родившуюся богиню в себе. И после этой процедуры у нас очень хорошо уже кожа увлажнена, если мы делали с маской, то все очень хорошо, красиво, чисто. Но я также очень люблю использовать сыворотку Nature Botox, которую заработал доктор Ведов. Там очень потрясающий вообще состав, очень хорошие компоненты, там все витамины группы B, все микро-макроэлементы. Очень также хорошо, как лифтинг. Вот мы можем либо на ручку нанести, либо вот так, таким способом. Эта сыворотка, она прямо омолаживает кожу. У меня даже ощущение, что кожа становится еще светлее от того, как я ее, когда я ее мажу, наношу. Так что мы с вами останемся такими же молодыми, станем моложе. Так что оставайтесь вместе с нами. Спасибо вам большое за внимание, дорогие слушатели, друзья, пациенты нашей клиники. Будем молодеть вместе.